Совсем скоро в сети состоится премьера сериала «Минус Дима». По сюжету семья Громовых, бабушка Вера Егоровна, ее дочери Ира и Лиза и беременная внучка Оля с мужем-подкаблучником Толиком всю жизнь живут в центре Петербурга в большой коммуналке. Наконец, они принимают решение разъехаться и по-своему потратить долю в квартире. Но при сборе документов выясняется, что в квартире до сих пор прописан Дима, бывший муж Ир и отец Оли, алкоголик и манипулятор, который давным-давно ушел из семьи. Долгие поиски Дима ни к чему не приводят, и вдруг он сам объявляется на пороге коммуналки. Громову предстоит не просто попрощаться с планами, но и жить вместе с Димой, который каждый день устраивает пьяные выходки и асоциально ведет себя. Избавиться от него по-хорошему не получается, и от отчаяния женщины решают, Диму надо убить. Главные роли в картине исполнили Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова, Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Алексей Базанов, Александр Ильин-младший и другие. Премьера сериала «Минус Дима» состоится в 2025 году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.